Итак, всем привет, с вами Довга, и мы продолжаем играть за мексиканскую нашу империю новую. Третья это уже империя. Если вы вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. А мы продолжаем. И у нас война с Тихоокеанскими штатами намечается. И что я могу сказать? Войска уже почти на границе. Давайте они доедут. И будем ее объявлять. Я не вижу особо смысла ждать. Поехали. Сразу ждем, атакуют ли они нас. Они нас не атакуют. Надо сделать уже агентство нам, пожалуй. Что мне не хватает очень разведданных. И нужно потихонечку сейчас будет как-то пушить их. Смотреть вообще, что у них за войска. Потому что, ну, мы буквально не видим. Но по ощущению, да, там какие-то бомжи вместо солдат были наняты. Местные. Так что да, вот здесь вот только что-то как будто есть. Но это... Слушайте, да, государство плюс 25 им дает. Командир качанный. Это так просто не сдастся. Окей. Короче говоря, нам, судя по всему, предстоит суровая война, но мы к ней готовы. Так что поехали. И пока я вижу, что у них есть какие-то территории без войск, я в них буду заходить. Потому что почему бы и нет. Любые территории, которые мы можем захватить, мы, скорее всего, можем и удержать. Потому что у нас есть на это армия. Так что надо пушить. Ой, и заметьте, вот здесь вот войска ополчения как раз-таки. А здесь уже серьезные войска. Мы блокируем серьезные войска и добиваем здесь ополчение. Таким образом, сейчас в окружение возьмем как раз-таки ребят обычных. Видимо, туза не прикрыли наши тихоокеанские друзья. И все. Вот что вы получаете. Кстати говоря, там радикальный социализм. Забавно, ведь здесь как бы, ну, синдикалисты просто. Здесь радикальные социалисты, блин. Типа они очень близки, но при этом воюют. Забавно. И вот в Эль-Пасо мы окружили одну дивизию. Немного, но это честное окружение. И продолжаем опять-таки пушить везде, где пушится. А пушится много где, на самом деле, неожиданно. Для нас, по крайней мере. Как бы мы вполне себе можем сейчас микроокружение какое-то сделать вот здесь тоже. И мы начали их видеть, это благодаря тому, что мы деремся. У нас из-за этого получились видеть разведданные. До 10 мы добили, и сможем теперь мы видеть, какие там дивизии. Это очень важно, на самом деле. И произошла какая-то опять затролка. Блять, опять проход войск нам дали. Нет, не надо мне проход войск, спасибо. Я все еще, кстати говоря, могу находиться на их территории, потому что мы воюем с одной стороны. Проход войск я отменяю, чтобы случайно не отдавать им территорию опять. А то мы знаем уже эту хуйню. И я принял решение вот эти 19 дивизий уже задеплоить и отправить на фронт. Надо удерживать все-таки границу, опять-таки. Способность у них, конечно, не лучшая, но по сравнению с их дивизиями все еще лучше. И все еще у них хорошие шансы, следовательно, их можно уже отправлять в бой. И здесь мы встретили танки, и вот тут, конечно, возникли некоторые проблемы. Ведь у нас нету противотанковой атаки, в принципе, и пробития тоже нету. Следовательно, урона мы почти не наносим. Ну, слушайте, можно, конечно, сделать ПТО, но есть нюанс в том, что танковые дивизии, кроме этой, вот я еще вижу вторую, третью, ладно. На самом деле, я вижу какие-то у них танковые дивизии, но не уверен, что будут у других. Но, скорее всего, это нам знак, что надо делать как раз-таки ПТО. Блин, неприятный знак. Но давайте поставим производство. Ну и нормально, они успевают достичь фронта. Здесь сейчас начнут укрепляться, постепенно пополняться. Вот эти ребята, видите, в бою быстренько еще и успели обучиться. Можем даже контратаку ими сразу начинать здесь идти, потому что, опять-таки, против нас тоже идет ополчение в основном. Так что нормально. Только с танками здесь нечего нам делать. А они сюда прибывают, как раз-таки вот 4 танка уже здесь можно найти. Неприятная ситуация. Ой, нас контратакуют, вот это интересно. Опять-таки, там где танки нас атакуют, вот это не сильно интересно для меня. Даже я бы сказал, неприятно. Там где атакует нас пехота, конечно, удачно. Потому что защищаться, конечно, всегда проще. Но, блин, танков много. Больше, чем нам хотелось бы, как минимум. У нас есть агент с их гражданством, и это круто. Мы сейчас начнем набирать все разведданные, и нам это очень пригодилось бы. Разведданные тоже дают все бафы к атаке. Самое интересное, у них начинают кончаться люди, но такое ощущение, будто они просто демобилизовались, потому что, по-моему, у них было мобилизация побольше. И да, у них на самом деле еще очень много людей, хоть мы им и нанесли 200 тысяч потерь. Другой вопрос по снаряжению, но опять-таки, у них промка тоже больше, поэтому нам не сильно стоит рассчитывать, что у них снаряжение кончится. С другой стороны, такой шанс все еще, конечно, есть. И у меня есть ощущение, что здесь сильно плотно стоят наши войска по сравнению с Западным фронтом. Но вообще, мне кажется, это иллюзия. Да, здесь просто немножко дивизии не так переставлены, что ли. Блин, вот против танка у нас реально сейчас нету приема, к сожалению. Стоит это признать.
И даже опять-таки вот вопрос, как нам с этим что-то сделать. Нам нужно сделать, наверное, ПТО и сделать отдельный шаблон с ПТО. И здесь именно несколько дивизий в этот шаблон переделать. Как будто надо именно так поступать. Ну, будем сейчас думать, смотреть. О, мы сейчас смотрите-ка, что можем сделать. У них, конечно, там остается порт. Но мы сейчас можем попробовать вот здесь вот комплект снабжения и прорваться вот так вот. Блин, но нас, конечно, блокируют. Пытаются остановить, и, скорее всего, они нас остановят. Но если мы вот здесь вот обрежем снабжение... Блин, порт все еще в Сан-Диего. Ладно, но это хотя бы какой-то мув, который может хотя бы к чему-то привести. Ой, смотрите, мы отдали одну провинцию. С одной стороны, плохо, с другой стороны, эту провинцию они нам тоже одну отдали, да? Так что сейчас мы как-то можем сделать и вот так. Ну, в общем-то, у нас сейчас есть для маневра какое-то пространство, и мы будем этим пространством обязательно пользоваться. Говорится, я ебал рот того, кто это программировал, но у меня, оказывается, проход вот здесь вот оказался. Из-за этого все эти территории опять отдались не мне. Ну что это за говно? Почему это происходит? Кто это придумал, что у меня должен браться проход, я должен передавать эти территории кому-то? В Западе в итоге все пришло просто к тому, что и было, как бы. Ничего не изменилось. Стоим. Лас-Вегас, по-моему, только я взял, да? Ну да. Как бы припасы есть, живем как-то, но ничего не происходит. Надо на востоке пушить, я это понял. Здесь у них, видите, войска очень растянуты. Территория для нападения хорошая. Здесь как-то очень неудобно, и там танки. Так что отступим сейчас обратно сюда, на территории, которые именно наши. Дождемся, пока эти ребята вернут свои территории, будем наступать на наши территории, захватывая их сами. Кто это напрограммировал, просто у меня нет слов, насколько он такой человек. И тут сразу вторая затролка такая. Ха-ха. У этих ты отменил проход, а здесь у тебя висит, потому что, ну, у меня-то войска здесь. Как бы, я не могу его не отменять уже. Типа, мне надо отступить будет вот сюда. Ну, короче, такое говно говна, я не знаю просто, что про это сказать. Что территорию ты захватываешь, они переходят не тебе. Потом автоматически какие-то скриптовые правопроходы заключаются, территории передаются, вот как вот это передалась. Здесь что-то челик воскрес просто сам, я не знаю каким образом. Короче, что-то молодцы напрограммировали. Была такая веселая кампания, а потом происходит вот это говно всякое. А типа, ладно уже, что я могу сделать? Ну типа, я не могу ждать просто бесконечность, пока они вернут территорию, ладно. Берем право прохода, ставим вот так вот войска. Что нам еще делать остается? Ну, я в таком тильте из-за этого, вы просто не представляете себе. Нас здесь пытаются контратаковать, но мы здесь уже кое-как укрепились. И мне кажется, у них танки просто заканчиваются. Да, ура! Танки истощаются и заканчиваются. Это нам на руку, потому что именно танками нас останавливают в основном. Так что окей. Занимаем эту границу, ну и ладно, отдается территория не нам, что делать? Уже ничего, но я просто безумно раздосадован этой ситуацией. И слушайте, помните вот этот танк, который мы не могли пробить, да? Пошел нахуй танк. Теперь мы это танк. Мы просто пробиваем его. Ладно, дальше мы его вряд ли пробьем, но вот сюда мы вполне себе пробьем. И, наверное, Сан-Диего тоже заберем себе. Да, танк пошел нахуй, отлично. Здесь у нас тоже началось успешное наступление, потому что у них просто эти танки закончились. Можно в теории галочки какие-то понажимать. Давайте так и сделаем. Ну, здесь да, а здесь тоже да. Ощущение, мы что там можем наступать. Ну, вот здесь вот мы не можем наступать. Ну, не наступайте так, пожалуйста. Спасибо. Ладно, нет, галочку я не буду нажимать, у меня войска сейчас все помрут. Такой галочки. Слушайте, давайте, знаете, что мы сделаем? Раз там это передалось. Ну, вот эти ребята хотя бы такие полусоюзники в какой-то степени, да, потому что они вот этих ребят вассал, а эти ребята как будто наши тоже полусоюзники, потому что у нас с ними договор о том, что они нам территорию отдадут. Что эти хотя бы можно поддерживать? Эти ебите сами, как хотите, как говорится. Мы вашу территорию охранять не будем. Слушайте, они очень неудачно на нас напали здесь. Вследствие чего я принимаю решение, что можно очень удачно контратаковать, когда там танки без организации. Отлично. То Тихоокеанский рубеж пал, я так полагаю. Они уже не держат свой фронт. Ну, мы очень много у них ресурсов стащили. Все-таки 460 тысяч потерь не проходит бесследно. Я думаю, там снаряжение тоже они потеряли немало. И мы очень уверенно идем на запад, на Сан-Франциско. На самом деле, мы как раз-таки, казалось бы, здесь какие-то горы и непонятные пустыни, но это именно и есть самая важная провинция Тихоокеанских штатов. Плюс мы какую-то еще центральную промку им выбиваем, так что да, я думаю, очень скоро они закончатся.
И у нас тут произошел ивентик. Победа над Тихоокеанскими штатами. Слушайте, можно потребовать условия. А тут предлагают наступать дальше, потребовать южную половину Калифорнии, либо всю Калифорнию. Конечно, будем требовать всю Калифорнию. Согласятся или нет, это уже как бы второстепенный вопрос. Могут согласиться, могут не согласиться. Но так или иначе, свое получим уже. Мы уже на достаточно профессиональную армию имеем. И достаточно сильны, в принципе. Так что удачи им сопротивляться, если они захотят. И настала пора делать самолеты. Я думаю, этой промышленности на плюс-минус должно хватить. ПВО я не хочу повышать больше, потому что по факту у нас заполнится этот минус в один момент. И эффективность поднимется. Нам не нужно больше. Пора уже делать самолеты. Сделаем вот такое чудо максимум на дальность, потому что у нас здесь американские регионы просто очень большие. И дальность нужна на самом деле. Да и в Америке Южной и Центральной то же самое примерно будет. Так что вот такое чудо делаем, сбрасываемое и потом дополнительное. ТШХ, кстати говоря, отклоняет наши требования, ну, удачи, как я и сказал. Добьем сейчас 15 опыта, сделаем наш истребитель и начнем их производить. Причем, смотрите, у них дивизии реально уже истощенные просто до невозможности. Они реально заканчиваются, даже ополчение, это значит, что у них... А, у них манпауэр закончился. Ага, смотрите-ка. Полетела обязательная служба. У них очень экстренно закончился манпауэр. Понятно, что это от боев, но самое главное от потери территорий. А их текущих территорий не хватает на поддержание этой армии. Вот у нас что происходит. Кстати говоря, у нас здесь почему-то... А, ну почему-то. У нас здесь нет снабжения, потому что здесь нету снабжения. Блин. Неприятно. Надо пробиваться вот сюда и вот сюда. Причем вот сюда тоже надо пробиваться. Типа... Неприятная вообще ситуация здесь воевать. На западе хотя бы чуть приятнее. Кстати говоря, мы уже подходим к Сан-Франциско. И мы доисследовали наши, да, авиационные фокусы. Осталось, ну, здесь на вот эти танки. А по факту что, начинаем серию доктрину качать? С одной стороны, а с другой стороны... Да пофиг на флот, здесь все равно все бафы на исследование. Здесь нет никаких именно бафов к флоту. Так что если мы доисследуем все это бесполезно. У нас есть поэтому опция качать самолеты, либо просто качать политку. И учитывая то, что мы можем строить за политку фабрики и заводы, мы качаем политку. Просто не беря фокус. С Португальской империей произошел, а в Сан-Франциско все пало. Тут туда-сюда они еще порешафлятся, но все. Сан-Франциско пало, мы подходим к Сакраменто. Что, ребята, все, закончилась американская эта вот мечта. Мексиканцы зашли в Калифорнию. И мексиканцы уже из нее выходить второй раз не будут. Тут уже все. Тут уже навсегда. Вопрос, почему вот сюда не попадает снабжение, кстати говоря, актуальный. Как будто где-то что-то еще не восстановилось после захвата, но вообще вроде все восстановилось, так что странно. Ну ладно. Блин, неужели потому что вот типа вот нам нужно вот отсюда ввести снабжение? Надеюсь, нет. Ну, просто как будто у нас типа надо... Так как эта территория, видите, Конституционной Америки, кстати говоря, вопрос, как еще решается, кому передать командному центру, либо этим ребятам. У них же и у тех есть клайм или что там. Короче, кал, конечно, по вот этим территориям. Вот это нам, наверное, передалось, может, у нас... Хотя, блин, у этих тоже клаймы есть. Но и у нас есть должны быть клаймы. Система передачи провинции, это, конечно, отдельная, короче говоря, история, ребята. Да, как она работает, знают только программисты Парадокса, и то, скорее всего, не все. Ну да, смотрите, типа, если мы вот так вот смотрим, то вот отсюда вот эти войска не снабжаются. Соответственно, делаем какой вывод? Нахуй вообще вот это все. Переводим войска просто вот сюда и пушим вот сюда. Что нам еще остается делать? Я думаю, уже пора нажимать галочку, но там уже слишком плохо они сопротивляются. Давайте вот эти войска тоже до сюда, чуть укрепят Саргу, остановят и тоже нажмем галочку. Но боеспособности уже слишком мало, чтобы они оборонялись, так что уже пойдет. А, так, какой-то, что это? Фильм выходит, классно, отлично, очень интересно. А, жаль, что нет. Давайте пока у нас там стрелочки играют, посмотрим, что происходит в Европе. А тут коммуна взяла и захватила себе всю Испанию. Круто. Иберию даже. И Бельгию тоже. Слушайте, неужели Германия... Да, Германия... Ладно, нет. Манпауэр, конечно, маловато у нее заканчивается, но это только добровольцы, так что нормально. Кроме того, Германия воюет с Россией. Германия не воюет с Россией. Россия, в принципе, пока ни с кем не воюет. Но воюет, господи, с Монголией. Ну да, это, конечно... Серьезный противник. Кстати говоря, как я и говорил, Цинь держится против Фэнтяня, но вообще я ожидал, что будет поактивней. Фэнтянь откуда-то взял кучу промки. Интересная ситуация развивается здесь. А, еще... И ладно, Япония помогает, тогда уже логично. Раз Япония сама вступила в войну, тогда логично.
В общем-то, не сильно что-то как-то активно где-то происходит. Здесь, кстати говоря, Герингия умерла опять второй раз, судя по всему. Ну и да, и тут какие-то микрогражданские войны, которые, видимо, будут идти, наверное, до конца игры, а может и после. Вообще, эта война, конечно, очень жестко бы нам ударила. 170 тысяч потерь. Для Мексики это очень больно. Там 700 тысяч потерь. То есть тоже, на самом деле, ребят заканчиваются. Там он уже все взрослые проходят службу. Но не хватает, не хватает. Все. Мексика маленькая, но профессиональная смогла победить. И вопрос, откуда брать людей? Ну, опять-таки, надо мобилизоваться, наверное, уже. Как бы заранее. Но проблема сейчас будет увеличиваться на самом деле. Ну, что можно сказать? Надо еще более качественными делать наши войска. Хотя в целом нам осталось уже не так много контента, ведь наши фокусы заканчиваются. А какой-то просто захват всего на Мексике, ну, как-то не смотрится, объективно говоря. Страна все-таки не имеет каких-то таких амбиций на какие-то огромные захваты. На только возвращение своих территорий, в принципе, в Америке. И вот мы выходим уже к Сиэтлу. Кстати говоря, парень вкачал горного стрелка, это меня радует. Если бы он еще какой-нибудь перк качал, но Рейнджера он еще может качать, он бы стал приспособленцем. А это очень круто, но пока нет. Фельдмаршал тоже, скорее всего, только горного стрелка их качает, и на этом будет все. Ну, что есть, хотя бы то есть. О, нас и здесь затроллили, смотрите. Взяли, передали вот эти территории этим ребятам, конфедератам. Чушь полная, ну ладно. Распад Тихоокеанского региона. Площадь Третьей Мексиканской империи другими американскими фракциями. Да-да-да. Встретились с мексиканскими генералами, чтобы обсудить условия их неизбежной капитуляции. It's about time, но мы-то уже знаем, что, ну, ребята будут отдавать все, что можно. Начинаем мы сразу с какого-то разделения очень не и сильно интересного мне. Вот вопрос, мы хотим требовать вот здесь вот территории? Я, наверное, думаю, что нет. Ну, как-то, конечно, опять-таки, мы могли бы сами захватить Америку, да? Давайте сразу флот, я думаю, мы, да, спокойно заберем. Но, блин, а типа, да нет, ну не на то у нас амбиции. Мы должны просто построить сильную Мексику. Мы, кстати говоря, можем реально всю эту территорию запросить и даже получим ее, потому что у нас топ-1 варскор. Но, блин, хотим ли мы захватывать всю Америку? Я думаю, нет. Я думаю, мы оставим их разбираться самим. Ну, теперь вопрос, будут ли еще какие-то ивенты? Американская Тихуана. Ага. Допустим. Вопрос, у нас фокус, кстати, разблокируется или нет? Восстание англов началось. Вот когда это что будет? Наверное, после конца гражданки. Опять-таки, нам бы вот эти территории получить, да? Здесь тоже мексиканские территории. Как бы. Технически так и есть. И вот вопрос, теперь эти ребята смогут победить или нет? Вопрос, сколько нам ждать, пока кто-то победит? Блин, вопросов много, ответов маловато. Просто вот они, наши 16 территорий, и... Блин, вот если я сейчас буду объявлять войну вот этим ребятам, мне надо было хавать территории. Как-то очень, не знаю, очень мутно и непонятно. И что должно произойти вот для этого? Как будто должна закончиться гражданка, ну... Ой, так не очевидно, что надо сделать. И, ну, опять-таки, я не считаю, что нам надо забирать эту территорию, потому что мы договорились, у нас есть договор. Ну и мы как бы считаем, что мы его придерживаемся, да? То есть нам вот эти всякие территории западные, да, техасские, вот это все. А эти Америка уже получает остальное, как мы и договорились. Поэтому забирать это было бы как-то неправильно. Кроме того, очень некрасиво, потому что здесь вот эти ребята по две стороны бы остались. Но что нам теперь сделать, чтобы это ускорить? Коллапс неизбежен, кстати говоря. Не знаю, давайте добровольцев, что ли. Блин, два добровольца это очень мало. Это не повлияет особо на войну. А если что надо делать? Надо пойти синдикаты подбить, так сказать, я думаю. Никто не в альянсе. Как и вот этих ребят, кстати говоря. Надо победить этих, победить этих. Ну, наверное, когда мы вот на этих КБ сделаем уже. Друзья, мы не можем КБ сделать на них. Все, вот делаем на этих КБ, делаем на этих КБ. Еще, наверное, сразу же. И закатываем их. Пытаемся помочь вот этим как можем. Если мы уже закатаем вот эти две стороны, ну, я думаю, Канаду как-то уже там Америка должна будет осилить. Опять-таки, если что, мы им поможем, ну, добровольцами. Или хоть чем-то как-то посмотрим. Конечно, если она после этого нас захочет кинуть, это будет нереально смешно. Но так и быть. Так и быть, придется тогда после этого закатать еще и обычную США.
Просто нас поводили эмбарго, что? Там Германия, Швейцария. Ребята, вы что? Я мирный чел, я даже никого не захватывал, считайте. Я только чуть-чуть помог американцам в гражданской войне. Эти ребята с нами пакт о ненападении разорвали. Короче, не, я чувствую, здесь что-то, вот какая-то идея была, вот в этих всех, да, фишках, что там происходило. Но как будто что-то сломалось, либо, ну, оно было недоделано. Потому что, ну, я не могу продолжить влиять на это. То есть какие-то вот ивенты у меня еще должны быть вот здесь вот, которых не хватает на самом деле. Ну, то есть, ну, идея классная, что мы договорились. Мы как-то туда-сюда кооперируемся, потом, может, нас можно кинуть, не кинуть. Но почему вот так вот, почему я просто в прострации стою и думаю, что мне делать, и, ну, мне надо самому делать КБ, это очень неочевидно. Опять-таки, вряд ли это так должно быть, ну. А что мне еще делать? Пойдем душить синдикатов, но уже, я думаю, в следующей серии. С вами Red Bull Dubguy, подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, ребята, Twitch, Discord, все как обычно, и до скорых встреч, пока.